Дорогие друзья, добрый день. Добро пожаловать на канал Boston Technic. Меня зовут Иван. Я сегодня представляю вашему вниманию захват, он же кантователь, рулонов, тюков, маниту штатный. Оборудование приобретено в 2022 году, произведено в 2021 году. 21 год выпуска. Наработка 500 тюков, состояние прекрасное, использовалось на тюках, но можно также использовать и рулоны. Продается по причине того, что сменили вид деятельности, больше не занимаются ни сеножом, ни сеном заготовкой. Состояние очень близко к состоянию нового оборудования. Есть в наличии, приобрести можно в любое время. В любой форме оплаты, наличный расчет, безнал. Также можно приобрести в кредит. Также мы можем с вами меняться. Принимаем к обмену очень много видов сельскохозяйственной техники и оборудования. Прицепное, навесное, так далее, и так далее. Плуги, сеялки, культиваторы, бороны, комбайны, жатки. Список может быть бесконечным. Также принимаем трактора МТЗ, Т-150, К-700, К-744, иностранные трактора рассматриваются к обмену. Каждое обращение будет индивидуально рассматриваться. Пишите нам, звоните, обязательно приезжайте к нам в гости. Мы находимся в городе Волгоград, историческая 183, агросалон Boston Technic.